Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу, как обжать разъем RG45 для интернет-кабеля дома. Модем во время ремонта установлен на стену. Выведены два провода для подключения интернет-розеток, которые находятся на стенах в доме. Интернет-розетка находится на своем месте, но она еще не подключена. Сначала опрессуем провод возле модема. Бывают две схемы подключения витой пары. По схеме номер один, схема номер два. Схема номер один чаще используется в практике. Для того, чтобы узнать, какая схема подключения проводов на вашем кабеле, необходимо взять старый кабель и совместить его с рисунком. Вот видно, что здесь цвета такие же, как на схеме номер один. Для работы нам понадобится такой разъем RG45 и такой обжим, который по-научному называется кримпер. На кримпере есть два резака. Один резак для отрезания длины всего кабеля и второй для снятия наружной изоляции. Внутреннюю изоляцию снимать не нужно. А третий — это сам обжим для разъема. Сначала обрезаем все провода строго по одной прямой, чтобы не было разности длины. Вот они одной длины. Теперь берем второй резак и отрезаем наружную изоляцию по кругу. Вот провода очищены от наружной изоляции. Теперь необходимо раскрутить все пары так, чтобы получилась стандартная лапка. И складываем их по порядку. Коричневый, белая с коричневым, зеленый, синий с белым, синий, зеленый с белым, оранжевый и оранжевый с белым. Берем разъем и продеваем все провода аккуратно в него, чтобы они не перемешались. И после этого заводим разъем в зажим и проводим опрессовку. Вот зажим готов. Вставляем его в модем. Разъем заходит туго, без люфта. Теперь снимем крышку интернет-розетки и сделаем опрессовку на розетку, такую же самую, как и на штекере. На розетке есть уже помеченные цвета для того, чтобы подключать ее по системе А или по системе Б. Зажим уже установлен и можно обжимкой не пользоваться. И заводим провода в розетку. И обжимаем провода. Нажимаем верхнюю крышку, которая фиксирует все контакты. Теперь можно подключить компьютер и проверить, как работает розетка до ее фиксации в стене. Вот появилась новая сеть. Теперь проверим, как работает сеть АК и скорость. Как видите, скорость интернета 40 мегабит в секунду. Загрузки, а выгрузки 91 мегабит. И фиксируем розетку в стене в своем подрозетнике. И закрываем розетку декоративной крышкой. Розетка подключена. Теперь необходимо к ней еще раз подключить кабель с компьютером и проверить скорость интернета. Как видите, скорость не упала. Значит, мы все сделали правильно. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками обжать интернет-кабель RG45. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.